Процветайте и преуспевайте. Иногда люди хотят раздавить человека, разбить его надежды и мечты, уничтожить его будущее и его самого. Используя насмешки и многие другие способы, человек, желающий другому зла, может попытаться ухудшить его состояние. По той или иной причине попытки улучшить себя, сделать жизнь более счастливой, нередко становятся объектом нападок. Иногда приходится давать отпор открыто. Но есть один способ справиться с этой проблемой, который, как правило, рано или поздно дает плоды. Что именно эти люди пытаются сделать? Они всячески стараются уничтожить человека. Им, должно быть, кажется, что он представляет для них какую-то опасность. И что если он займет более высокое положение, то станет представлять для них угрозу. Поэтому такие люди различными способами пытаются подавить его таланты и способности. У некоторых сумасшедших даже имеется общий план действий, в котором говорится: «Если А добьется большего успеха, то он может представлять для меня опасность. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы А добивался меньших успехов». Им, похоже, никогда не приходит в голову, что в результате их действий А может стать их врагом, даже если раньше он им не был. Можно сказать, что это практически верный способ навлечь на себя неприятности. Некоторые ведут себя так просто из-за предубеждения или потому, что кто-то им не нравится. Но по какой бы причине они это ни делали, их подлинная цель — затормозить рост и развитие жертвы и заставить ее потерпеть поражение в жизни. Правильный способ справляться с такой ситуацией и с такими людьми – процветать и преуспевать. Конечно, такие люди, видя, как чья-то жизнь улучшается, могут прийти в неистовство и начать еще более яростные атаки. Что вам делать? Если есть такая необходимость, то нужно предпринять соответствующие меры, чтобы справиться с этими людьми. Но при этом ни в коем случае нельзя отказываться от того, чтобы процветать и преуспевать, ведь именно этого они и хотят от вас. Если вы все больше и больше процветаете и преуспеваете, эти люди впадают в апатию. И могут полностью отказаться от своих планов. Если человек ставит перед собой достойные цели,
и осуществляет их, уделяя некоторое внимание содержащимся в этой книге наставлениям, если он процветает и преуспевает, то в конце концов он обязательно победит. И можно надеяться, что при этом ни один волос не упадет с его головы. И вот мое пожелание вам. Процветайте и преуспевайте!